С наступлением первых теплых дней открывается дачный сезон. В Ленске уже по вечерам в сторону дачного поселка тянется вереница автомобилей. У кого нет своей машины, пользуются общественным транспортом. Маршрут номер 102 популярный и недорогой. В прошлом году до дач можно было доехать всего за 46 рублей. Этим же летом абсолютно бесплатно. Подробности далее. Доехать до дачного поселка этим летом можно абсолютно бесплатно. Эта новость удивила дачников, пользующихся общественным транспортом. С 18 мая подрядчик, фирма «Гранит», запустил автобус номер 102, который ездит по маршруту автостанция-дачи. Поскольку мы работаем, перевозим пассажиров по муниципальному заданию администрации муниципального образования Ленский район, это и было их решением, что пока есть такая возможность, мы будем перевозить пассажиров бесплатно. Этот год отработаем в таком режиме. Пассажирам автобуса такое новшество пришлось по душе. Но даже сейчас все же нашлись недовольные. Ну, я, по крайней мере, брал раньше на 2 квартала билеты. И все лето ездил. В этом году я взял только майский билет. Ни разу на нем не проехал. Все по городу у нас было такое-то бесплатного проезда, еще лучше было бы. Удивил не только бесплатный проезд, но и новый автобус. Правда, транспорт этот временный. Относится к служебным машинам районной администрации. Вскоре его заменит другой автобус ПАС. Он имеет удлиненную конструкцию, более вместительный и удобный для пассажиров. Сиденья там уже не матерчатые, а дермантиновые. Они такие же мягкие, но как бы они менее марки и более подходят для этого маршрута. Но он в хорошем состоянии, пригодном для перевозки пассажиров, соответствует всем требованиям. Расписание автобуса пассажиры могут взять у водителя. В этом году его изменили так, чтобы работающие граждане, которые живут на дачах, успевали приехать в город до начала рабочего дня. Маршрут по сравнению с прошлым годом остался практически без изменений. Единственное новшество на дачах – наш автобус заходит на птичник, на карьер. На карьере разворачивается, выходит на главную дорогу на дачах и продолжает свой маршрут на конечную дачу ДТ. Многие дачники просят добавить еще одну остановку в городе, но перевозчик на это пойти не может. Потому что, поскольку наш автобус бесплатный, этим будут пользоваться много других людей, которые не дачники, а вот проехать от автостанции и там до рынка, до Алроса. И сами дачники тогда не смогут попасть в автобус. Пассажиры надеются, что бесплатный проезд перейдет из статуса тестовый в постоянный, ведь это существенно сократит затраты дачников в летний сезон. Марина Крутихина, Сергей Счастный, телеканал «Алмазный край».